Ящерица прячется вон там. Я в лесу сегодня, 13 июля. Пошел я за чаем, немножко насобирал грибов по пути. Вот встретил такую ящерицу. Думает она, я ее не вижу. Резкость нужно настроить. Мы замучили. Здесь наживая. Это она. Сидит. Стоит, как назвать ящерицу. Сидит, лежит, стоит. Не шевелится. Она живая, дышит. Вот она шевелится. Что-то не боитесь совсем. Но она живая. Не бегай, вон. Беги. Греется, видимо. Солнышко только что было. Нагреется, лежит. Ну, что-то не боится совсем. Странно. Посмотрел морожковые места свои. Морожки здесь будет очень много. Просто много. Так, такое место интересное нашел. Здесь какое-то место. Видимо, камень был, не знаю. Без травы. И вокруг, не знаю, камень его размет или нет. Тропинки. Не знаю, животные, что ли, ходят именно вокруг этого места. А когда сюда встал, понял, что я нахожусь в каком-то кругу. Вот. Просто круг. Не знаю, почему так образовалось. И когда сюда реально встаешь, там есть, это камень, скорее всего, был. Ощущение, будто в кругу стоишь, просто в кругу. Какая низина, здесь, кстати, связи нет. Особо-то в лесу и не нужна. И ветра нет. Комаров тьма просто. Ветер их не разгоняет. Погода сегодня... В принципе, хорошая, в принципе, я шел за щавелем. Иду, точнее, за щавелем. Ну, по пути я смотрю свои места морожковые. И со мной люди хотели пойти. Но их отпугало. Мокрость, дождь, дождь которого нет. Мои не пошли. Ну, в принципе, я не расстраиваюсь. Мне одному больше нравится ходить по лесу. Смотреть на эту красоту. А, кстати, грибов собирал себе уже напожарить. Много червивых. Но грибы уже пошли. Уже, в принципе, так можно выйти пособирать. Только пройти надо будет. Немало, чтобы собрать нормальное количество. Потому что их еще немного. А первые грибочки уже есть. Вот, ручей с щавелем. Такие сочные кустики. Сейчас я его буду собирать. Его тут очень много везде. На той сопке. Вдоль сопки. Его просто немерено. Но самый сочный, самый такой насыщенный, хороший, он внизу. На ручье. Нашел такой красивый ручеек. Ступенька такой. Красивым лицом.